На татами будет бороться Лепеха Алексей из Ростова и Байрамуков Таулан, Карачаево-Черкесская республика. Вот они вышли уже и борются. Байрамуков Таулан, мастер спорта России, неоднократный призер и победитель окружных и всероссийских соревнований. Лепеха Алексей из Ростова, борец высокого роста, борется в прямой стойке, отсюда и выбор техники у него, броски ногами, подсечки, подхваты, поэтому Таулану с ним трудно будет бороться. Видите, он как прямо стоит. Таулан делает правильно, пытается его согнуть, переходит на болевой прием, но потерял локоть, и поэтому не смог провести болевой прием. Уже прошло 1,5 минуты, пока преимущества ни на чьей стороне нету. Таулан пытается освободить руку, правильно делает, чтобы взять второй захват, постараться сковать ростовского борца. Он очень неудобный, я вам говорю, потому что, видите, высокий, прямой, отключает, видите, обе руки. Сейчас в этой ситуации судья будет наказывать. Вот он уже наказал за пассивность Таулана. Видите? Вот видите, опять же он атакует ногами. Очень неудобный противник. Очень для Таулана. Поэтому придется ему здесь проявить все свое мастерство, чтобы победить. Опять видите? Опять инициатива на стороне Лепехи. Вот проводит бросок Таулан, оценивает арбитр Вазари. Бросок так называемый бычок. Вот видите, достаточно было Таулану один раз согнуть Лепеху, и тут же он провел этот бросок. Потому что под прямого этот бросок сделать трудно. А когда противник согнулся, этот бросок хорошо проводить. Вот один раз допустил ошибку Лепеха и тут же поплатился за это. Остается 1:20 и, можно сказать, огромное преимущество на стороне Таулана. Видно, что он устал. Ну, вот здесь сейчас и выходит на первый план его мастерство и опыт, чтобы удержать это преимущество. Что будет очень непросто, потому что противник, видите, идет вперед, атакует.
опять проводит, видите, вот, зацепы. Я говорю, все броски ногами он делает, потому что это соответствует его росту. Опять забирает сверху. У Таулана уже есть два замечания. Если в оставшиеся 45 секунд он еще два замечания получит, он может проиграть. Но, скорее всего, это не случится. Потому что Лепеха тоже устал. И ему трудно будет проявить свою активность. Таулан уже полностью ушел в защиту. Остается 13 секунд. Скорее всего, Таулан доведет эту встречу до победы. Что и случилось, потому что борец из Ростова ничто не смог противопоставить, кроме активности. Ничем не смог удивить. Поэтому побеждает Байрамуков и завоевывает вторую бронзовую награду весовой категории до 100 килограмм.